Семилуках медведь из частного зверинца задушил пенсионера. День открытых дверей в Роспотребнадзоре. Традиционный конкурс чтецов на территории литературного некрополя. Эти и другие новости в программе «Воронеж. События. Факты» на 41-м канале, в студии Лилия Ан. Здравствуйте. Международные новости. Победителями досрочных выборов в Национальный совет Нижней палаты парламента Австрии стали консерваторы из Австрийской народной партии во главе с министром иностранных дел страны Себастьяном Курцем. По предварительным подсчетам, его партия набрала почти 32% голосов. Второй результат показала правящая вместе с консерваторами социал-демократическая партия Австрии. Замыкают тройку лидеров правые популисты из Австрийской партии «Свободы». Ожидается, что пост канцлера займет Себастьян Курц, как лидер политической силы, заручившийся наибольшей поддержкой избирателей. Если это произойдет, то он станет самым молодым главой правительства в мире. Сейчас ему 31 год. Несмотря на молодость, Курц уже несколько лет возглавляет австрийский МИД, а также занимает пост председателя ОБСЕ. Интересно, что он не имеет высшего образования. Ради карьеры Себастьян Курц бросил учебу в Венском университете, а стремительному взлету Курца способствовал его умение привлекать молодой электорат. Во время кампании 2010 года, предшествующей выборам в Ландтаг, Курц арендовал черный «Хаммер». Черный – официальный цвет партии консерваторов, написал на багажнике «Клёво-мобиль» и колесил по городу в компании двух одетых во все черное красоток, раздавая всем желающим презервативы черного цвета. В нынешней предвыборной кампании уже не было никаких черных автомобилей, зато все детали, как утверждают соратники Курца, были предусмотрены до мелочей. Новый лидер консерваторов в предвыборной кампании сделал ставку на три темы – миграция, безопасность и угроза исламизации. Кстати, на посту главы австрийского МИДа Курц не раз высказывался против санкционной войны с Россией. «После каждой позитивной подвижки в зоне украинского конфликта мы должны ослаблять санкции», считает он. Российские новости. В ходе совещания в Воронеже, посвященного проблемам агропромышленного комплекса, Владимир Путин сообщил, что наибольшие успехи в создании сельскохозяйственных кооперативов в России демонстрируют Липецкая и Тюменская области, а также Якутия. Путин заявил, что кооперация прямо влияет на повышение доходов и уровня жизни людей. Именно поэтому перед совещанием у президента было запланировано посещение села Усмань Липецкой области, куда он не доехал в связи с погодными условиями. Но липецкий губернатор Олег Королев на совещании выступил. По его словам, сегодня в муниципальных образованиях Липецкой области работает 895 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 570 снабженско-сбытовых и перерабатывающих, и 325 кредитных. Членами кредитных кооперативов стали почти 53 тысячи личных подсобных хозяйств. По словам Королева, кооперативные проекты на три четверти кредитуются самими гражданами на их собственные сбережения. По данным областного правительства, кредитный портфель кооперативов области увеличился в этом году в полтора раза и составил 449 миллионов рублей. А объем предоставленных кредитными кооперативами займов на развитие личных подсобных хозяйств возрос до 270 миллионов рублей и увеличился за год в более чем в полтора раза. Липецкий губернатор убежден, что за кооперативами будущее. За счет кооперации растет не только производство продукции АПК, но и возрождается само село. Довольны все, в том числе муниципальные власти. Как сказал губернатор, в райцентре Усмань, куда не доехал Путин, на доходы от кооперации построен даже ледовый дворец и театр. Происшествие региона 11 октября. В нашем выпуске мы сообщали телезрителям об ужесточении наказания за непропуск пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Теперь водителям за это нарушение грозит штраф в размере до 2500 рублей. Мы провели опрос участников дорожного движения по поводу ужесточения мер. К сожалению, большинство опрашиваемых высказалось не в пользу водителей. Именно они, зачастую отвлекаясь во время вождения, не замечают пешеходов, переходящих дорогу. В подтверждение этому стало ДТП, произошедшее утром 13 октября на улице машиностроителей у дома номер 80. Жертвой наезда автомобиля марки «Шкода», за рулем которого находилась 29-летняя девушка, стала женщина 47-го года рождения. С места происшествия потерпевшая в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию. Следственный комитет Федерации по Воронежской области возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Семилук по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека. Подробности происшествия в сюжете наших корреспондентов. Включи сирену! Сирену включи!
В воскресенье на улице Ленина в селе Семилуки, а оно непосредственно примыкает к городу Семилуки, не задалось с самого утра. Утром я вышла сюда на улицу. Вышла, гляжу, какой-то ров ревет. Я глянула, говорю, ну нету, не видать. Вышла наша эта самая соседка, бежит. Говорю, куда же она бежит, не вижу никого. Гляжу, медведь выходит. Медведь выходит, и я на своего говорю, Юрка, да медведь. Глянула он это самое, по всем стал бежать. Увидал нас и бежит сюда на нас. Мы за ворота сюда зашли, он через забор своими лапами вскочил вот так вот. И все поломал. Люди укрылись в доме, и они еще не подозревали о том, что на их улице произошла трагедия. Огромный взрослый медведь сумел уйти с территории частного зверинца, который находился на этой же улице и устроил дебош. Ой, да вы что, как вянула морду такой, это страсть такая, а лапы какие. Я говорю, ну сейчас перепрыгни, все, нам тут капец будет. К несчастью, именно в это время на свой участок за яблоками вышел 86-летний Михаил Петрович Никулин. Встреча с беглым зверем оказалась для пенсионера роковой. Незамедлительно, значит, были направлены наряды, следственная оперативная группа, предварительно вооруженная автоматическим оружием. Прибыв на место, действительно, увидели медведя, также двух пострадавших мужчин. Один уже, который был, скажем так, в очень тяжелом состоянии, не подавал признаков жизни. И рядом медведи. В результате было принято сотрудником полиции решение уничтожить на данное животное, так как оно действительно представляло угрозу жизни и здоровью окружающих людей. Что и было сделано. Полицию вызвал сын пострадавшего, который в тот момент еще не знал о том, что с отцом произошло несчастье. Единственное, почему мы не могли ничего сделать, это то, что бегал этот зверь со скоростью, я просто не знаю, но он просто как молния летал. Вот. На крики он не реагировал, кидал я в него красное ведро, он тоже не реагировал, то есть это для него ничего, вообще никаких реакций ни медведь не издавал никаких. Единственное, что успокоило, это после того, как я вызвал милицию, через 25 минут, я это хорошо знаю, потому что телефоны сейчас все с часами, через 25 минут, когда приехали ребята с автоматом, они просто его десятка выстрелов завалили. Погоди, там медведь катится сюда. Разбушевавшийся медведь успел натворить дел. От него пострадали два человека. Я подбежал и увидел, что мой отец задушен, просто-напросто задавлен. Весь извален в грязи, вот. И уже тело было практически без движения. Вот. Скорая забрала его, но после того, как мы приехали за скорой в больницу, уже по приезде в больницу, медсестра сказала, все, ваш отец. Вторым пострадавшим оказался 48-летний Михаил Харин. Именно ему и принадлежит зоопарк, из которого сбежал медведь. Харин открыл зверинец 2 года назад. В нем содержится около 30 разных животных и птиц. Когда я сегодня туда залез и снимали мы на видео, на фотоаппарат с сыном, со старшим моим, с Александром, вот, мы увидели там просто доски, прикрученные саморезами 35 размера, вот такими. Там нет никакой арматуры и ничего. Крыша – это 0,45 фольга. И обрешетник на уровне метра одного. То есть как кто ему давал такие разрешения, кто давал полномочия, я не знаю. Станислав Никулин надеется на честное расследование этого происшествия, а пока хочет только похоронить отца. Что касается владельца зоопарка, то он оказался в реанимации с несколькими ранениями, в том числе и тяжелыми. Управление Следственного комитета возбудило в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, Виталий Корнеев, 41 канал.
К новостям региона. В управлении Роспотребнадзора Воронежской области состоялся ежеквартальный день открытых дверей для представителей малого и среднего бизнеса по требованиям к качеству, условиям реализации пищевой продукции хозяйствующих субъектов на ярмарках и торговых точках города. Каковы эти требования и наказания за их нарушение, узнавал Олег Котиков. Ныне предприниматели, которые реализуют пищевую продукцию на рынках города, испытывают прессинг со стороны заммэра города Алексея Антиликаторова, который заинтересован в переформатировании торговли на улицах города. Благо Роспотребнадзор области до 2018 года дает передышку и не ужесточает меры к поставщикам экологически чистой продукции на рынке. Обеспечение санитарно-экономического благополучия населения Воронежской области – наша общая цель и зависит от наших с вами совместных усилий. Некоторые из субъектов предпринимательства пытаются найти лазейки установления кратности проверок со стороны санитарных служб. Как попасть в 6-й класс, чтобы проводились плановые проверки? Установление риска за причинение вреда населению, части здоровья населения. Сотрудники служб санитарного надзора провели 1300 проверок в рамках 294-го федерального закона. Из них 30 плановых, остальные внеплановые. 260 административных расследований. За грубые нарушения законодательства к некоторым торгующим предъявлены санкции. За истекший период составлено 1417 протоколов административных правонарушений. Наложен 791 штраф на общую сумму 7 миллионов 95 тысяч рублей. Вынесено 326 предупреждений. Также в суды на рассмотрение по подведомственности направлено 300 материалов. Постановлением судов приостановлена деятельность 64 объектов. Наложено 236 штрафов, в том числе из них 166 конфискации предмета административного правонарушения. Сумма конфискованной продукции, пищевой продукции, составляет около 1,5 миллиона рублей. Всего было забраковано и взято из оборота опасной продукции около 17 тонн. Основными нарушениями стали несоблюдение температурного режима хранения и отсутствие маркировки на упаковках пищевой продукции. Пищевая продукция должна храниться в соответствии с требованиями, установленными изготовителем, который, в свою очередь, отражает это в информации, наносимой на маркировку продукции. В реализации выявляется продукция с истекшими сроками годности, с явными признаками недоброкачественными, признаками порчи. В реализации допускается упакованная пищевая продукция, не имеющая информации о дате производства или полностью обезличенная. Люди стали чаще обращаться в Общество защиты прав потребителей о нарушении требований федерального закона номер 1301. Выявлялись нарушения требований законодательства в сфере защиты прав потребителей, федерального закона о защите прав потребителей номер 1301 и правил продажи отдельных видов товаров. Номер 55. Это отсутствие вывески, отсутствие необходимой информации о продавце, отсутствие полной достоверной информации о резюме в товаре, обман потребителя либо введение в заблуждение при реализации продовольственной продукции и ненадлежащее оформление ценников, либо их отсутствие. Представители ярмарок по несколько раз в день осуществляют контроль качества пищевой продукции. Часто встречаются следующие нарушения. Подзавяло что-то, там колбаска или что-то, там овощи, фрукты могут где-то вмятина быть. Ну, такие. Вы вот. Это бракуете? Ну, и мы их это не практикуем, конечно. То есть, если это нарушение есть, сразу оно устраняется. Местные производители поставляют на ярмарки экологически чистую и высококачественную продукцию. Я за сохранение ярмарок, потому что, ну, вот все эти гипермаркеты, например, мне они не нравятся. Мне вот интереснее было бы сходить на ярмарку, купить у какой-нибудь бабульки гробчик, те же самые ее огурчики. Ну, как-то ярмарка – это все как-то живое что-то. Люди двигаются. Ну, конечно, ярмарки, они намного интереснее, чем магазины. А сами вы покупаете на ярмарке? Да. Непосредственно у себя на ярмарке я все покупаю. Производители крупнейшего сельскохозяйственного региона должны быть уверены в беспрепятственной реализации своей продукции на рынках и ярмарках Воронежа. Олег Котиков, Сергей Артемов, 41 канал. На территории литературного некрополя в Ленинском районе Воронежа состоялся традиционный конкурс чтецов среди школьников, который завершил цикл культурных мероприятий в рамках Кольцово-Никитинских дней с 1 по 19 октября. С победителями конкурса побеседовал наш корреспондент. Многие воронежцы знают, что народный поэт Алексей Кольцов был крещен в Ильинской церкви, а Иван Никитин в Богословской. Но немногим известно, что место упокоения обоих – бывшее Ново-Митрофаниево кладбище на месте цирка, и что реконструкция последнего не затронула литературный некрополь. Сегодня на этом месте молодежь по традиции читает стихи народных поэтов, которые вдохновлялись живой связью природы, патриархального быта с триединым Богом. Молись, дитя, тебе внимает дворец,
бесчисленных миров, и капли слез твоих считает, и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все эти слезы соберет, и их на земную обитель престолу Бога вознесет. Стихотворение «Терем» звучит призыв к борьбе за личное счастье. Чем же терем этот мил? Чем меня он так пленил? Он не пышный, он не новый, он бревенчатый, дубовый. Ах, в том тереме простом есть с раскрашенным окном разубранная светлица. В ней живет душа девица. Как-то встретился я с ней, не свожу с тех пор очей. Готов ты бороться за свою суженую? Да. Поэты Алексей Кольцов и Иван Никитин считали, что раскрытие личности происходит на лоне природы. Что шепчет спелый колос? И что за речи ключ ведет? Вот царство жизни и свободы. Здесь всюду блеск, здесь вечный пир. Пойми, живой язык природы, и скажешь ты, прекрасен мир. Ну, ты бы хотел жить на природе или в городе? В городе все-таки лучше. Вырос ты в городе? И вырос, и родился там. По традиции в 26-й раз проводится конкурс чтецов и неизменно привлекает внимание общественности. Данное мероприятие имеет колоссальное значение в планах, в формате нравственного, правильного, духовного воспитания нашей молодежи, подрастающего поколения, в частности, молодежи, которая интересуется историей родного края и в том числе литературой, поэзией. А теперь о погоде в Воронеже и области. 17 октября церковь отмечает память священномученика Ерофея. В народный календарь 17 октября вошло как Ерофеев день. С Ерофея и зима шубу надевает, говорили наши предки, замечая, что с Ерофея холода сильнее. Некоторые мужики добавляли: на Ерофея один Ерофеич душу греет. Эту крепкую настойку готовили на душистых травах, таких как мята, анис, зверобой, душица, тимьян, донник, тысячелистник и полынь. На Ерофея ни в коем случае нельзя ходить в лес. В этот день леший буянит перед долгой спячкой. Считается, что в этот день лешака человеку может нанести физический вред. Нежелательно в Ерофеев и свадьбы, хотя погода для них вполне комфортная. Синоптики прогнозируют, на всей территории Воронежской области дождя не будет. В Острогожске воздух прогреется до 13 градусов тепла и будет облачно с прояснениями. В Богучаре и Павловске ожидается плюс 12 и ясно. А в Боброве такая же температура, но малооблачно. В Лисках, Нижнедевицке и Хохле столбик термометра поднимется также до плюс 12 и будет облачно с прояснениями. В Бутурлиновке синоптики обещают ясное небо и плюс 11. В Россоши и Рамоне такая же температура и малооблачно, а в Семилуках облачно с прояснениями. В Борисоглебске, по прогнозам синоптиков, будет 10 градусов тепла и малооблачно. В Воронеже 17 октября будет облачно с прояснениями, температура воздуха 11 градусов по Цельсию, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Смотрите «Воронеж. События. Факты» на телеканале «Вместе» в 7:00. Ровно в полдень в 19:30 и в 20:30 по московскому времени, а также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь, до новых встреч и всего доброго!